Вот Римлочка. Римлочка, ты моя сладкая девочка. Вот она, наша слепенькая, на один глазик, да, без глазик собачка. Римма, моя деточка. Все. Она молоденькая, ей примерно годик, зубки белые-белые. Она подросток. Анализ крови. Все будет хорошо. Девочки, ушки не мешают. Все, пойдет. Да, все, мое солнышко. Все, теперь только у нас и все. Иди сюда, детка. Покажись. Ты моя хорошая. Мы швы сняли. Да. Лала, не лезь. Моя девочка, моя хорошая. Ты красавичка. Тише. Люка, тихо. Люка, тихо. Ты моя маленькая. Римлуша такая хорошая. Римлочка. Ты такая сладкая, Римла. Ой, ты моя девочка. Ты моя сладкая такая. Ты такая ласковая ласкушка. Такая ты моя сладкая, ласковая ласкушка. Ты моя девочка. Ты моя девочка. Очень хорошая, ласковая собачка. Прям очень ласковая. Посмотрите, какая собачка Римла. Это Римла. И я у своей любимки. Вот я сейчас... Сейчас она ко мне придет. Вот. Вот она. Вот она моя. Моя. Моя зайка. Вот она моя зайка. Моя солнышко моя. Бежит моя сладкая. Вот. Вот такая сладкая. Ты моя сладкая. Вот посмотрите, какая сладкая она. Вот она какая моя сладенькая. Да все сладенькие. Все сладенькие. Сладкие мои сладкие. Да, да, сейчас я вам дам. На, иди тебе дам вкусняшу. Ой, уронила. Кушай. Малыш, иди ты. На тебе. Ой, а здесь кого-то не хватает. Здесь была еще черненькая собачка. Очень боязливая. Точно. Кого-то не хватает. И в будке никого нет. Он что ли уехал из этого 49-го вольера? Ай, куда ты полезла у меня в кармашек? Ай. Метет хвостом, моя сладкая. Нати. Иди сюда, чернушечка моя. А там вон банда большая. Мало-мало-меньше. Коричневенькие. На, скорей. Так. На, тебе тоже. Тебе тоже. Вот, всем дам. Иди сюда.
Иди, моя сладкая. Ой, какая же ты сладкая. Я не могу, я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Так, в кармашки ко мне не лазить. Кармашки. Я вам все дам сама. Вот. Это такой вот смешной лопоухий такой. Лопоухий. На, скорей. На, скорее, лопоушка моя маленькая. Сейчас тебе тоже дам. На, черненький. Эй, не тебе. Вот посмотрите, какая. Она прям забирает. Ой, такая девочка. Такая любимая моя. Моя сладкая. Она прям замирает. Даже печеница ей не нужна. Ей нужна любовь. Да. Я так хочу, чтобы ребенок был наш. Поскорее. В вольере, вот посмотрите тоже какая. Ну, до того ласкушка, ей тоже, даже угощенница ей не нужна. Очень ласковая, нежная собачка. Вот. Ну, наполовину беленькая, наполовину черненькая. Ну, смотрите, как она скачет. Скачет такая сладкая. Ой, ничего не вижу, солнце отсвечивает. Очень ласкушка. А там вот трусишки сидят, домики спрятались. Вот. Она вот такая красивая. Давай, а то упадешь. Вот так вот. Давай, я просто показать тебе хочу. Она не хочет, чтобы я от нее отходила. Вот. Вот. Меня догоняет. Готова по жердочке ходить. Ой. Очень сладкая собачка. Вот. В 41-м вольере. И трусишки тут есть. Вот там. Не знаю, сейчас крышечку открою, посмотрю, сколько там трусишек сидит. Ой, да. Открыть мне крышечку не дадут. Трусишки. Трусишки. Нет, трусишка вон ускакал. Где-то он. Вот такой вот трусишка. Вот он, большой такой. Большой трусишка. Сейчас я на корточки присяду. Может, они меня не будут бояться. А, эти мои сладкие. У меня все, гостинцы закончились. Мне надо идти пополнять запасы. У меня просто их нет больше здесь. Запасов. Вот. Да. Ой, ну мне в лицо ногами наступают. Меня уже все сегодня покорябкали. Ну вот, правда, плохо видно сегодня. Солнце отсвечивает. Тут вот в этом вольере, вот, в 41-м, вот такая собачка, как вот в 49-м, такая ласкушка, чернушка, так и здесь. Вот такая же ласкушка, очень ласковая собачка. Очень. Она от меня вообще не отходит. И гостинцы ей даже не нужны. Ей нужно тепла и любви. Вот, посмотрите, обратите внимание. В 41-м вольере сидит вот такая девочка. Вот, что-то отсвечивает, я даже не вижу, где это есть. Вот такая. Вот такая ласковая ласкушка. Вообще не отходит от меня. Ребята, поломанный малыш в коробке. В грязях. Уже 2 дня. Его подбросили, когда Барков оперировал у нас. Барков его сразу осмотрел. К сожалению, он завтра не работает. Вернее, сегодня не работает. Сможем отвезти малыша на прием к нему только завтра. Только завтра, ребята. А дитё плачет. Ему колят и антибиотики болеутоляющие. А дитё всё равно плачет.